Приветствую тебя, Хантик. Игра «Разрастание». Очень уже старенькая игра. На самом деле, 5 лет ей уже. 2017 года. Не знаю, нашел ее. Захотелось вот как-то записать какой-то обзорчик, посмотреть на нее со стороны, может быть, кого-то, кто любит животных, это привлечет. Короче, почувствовать себя звездой фильма о боевых искусствах. Прыгайте, пинайте. Короче, мы будем играть зайцами. 515 рублей, между прочим, эта игра поддерживает и против игроков, и кооператив, и дистанционку, даже очень положительные отзывы за свое время взяла, да? И по системным требованиям вроде неплохо. Будем играть кроликами, кроликами-ниндзями. Сразу начну, наверное, есть казуал, так откуда? Давайте казуалку. Так, вот есть. Блин, тоже не люблю такие игры, блин, где проходишь тупо миссию и все. Вообще, не знаю, по миссиям как-то проходить, это уже так... Это не особо меня вдохновляет обычно. Я так понял, она без русского языка. Хотя, мне кажется, переводчики уже давно есть, наверное. Не будем, мы просто посмотрим геймплейчик сам по себе. Появилась. Ага, прекрасно. Пока не отвечает на систему. Ну. Все отлично. Ой, начало прям так же. Так, давайте пропустим. Турнер, Ривер. Так, левая кнопка мыши, пропуск. Так, ну, кстати. Кстати, неплохо так. Вау. Shift это кувырок. Бля, какая акробатика. Оп. Оп, ну прям в натуре кролик рожа. Нихуя. Неплохо. Я аж пересрался больше. Посмотри, он не прыгает, он летает. У него может там что, дельтаплан какой-то? С моим интересом, мы сейчас дойдем до боевки, там будет вообще весело. Так, этого кого-то обидели. Сейчас я тебе, говорит, глаз на жопу надену. Ну-ну, с ноги тебе. Ну-ну. Я же кролик рожа тот самый. У меня есть блокировочка. Оп. О, ты под ножку меня врубил. Оборзел, что ли? Я сейчас подвыкал, я вообще нормально как. Я такой джиу-джитсу сейчас покажу. Зайчий кроличий язык. Так, спасибо, дружище, ёпта, настоящий. Пойду к своей семье. Почему-то мне сразу, вот, знаешь, вот они в нарядах, в рубашках напомнило про фильм про кенгуру, короче. Где он навалял. Типу. Так, нормально. Нормально, нормально. Можно же было, кстати, акробатика мне прям очень нравится. Прям такая непонятная. На, ну, с ноги тебе. Все, тут сейчас настоящий бой начнется. Только одна механика. Опять же, кстати, механика боя, она однотипна. Опа. Да уцепись ты, дурак. Лё, они тоже так умеют. Домой иди. А можно зафиксировать цель с тобой, как бы? На. С вертушки тебе. Кроличья вертушка. Ну. Ну иди тут же, а. Только попробуй. Кстати, я опять... У них кровища течет, смотри. Марта прям нормально бьет. А где еще один? Один улетел, все, вниз умер, походу. Ой, спасибо, дружище, я такой добрый кролик, ты такой прям восхитительный, ты такой супермен, прям, боже мой. Наверное, твоя семья кроликов гордится тобой? Ну, примерно, наверное, так выглядит, конечно, но не знаю, на самом деле. Внедряться и вчитываться, это сейчас не в моем стиле. Фарита. Ну, давай же, начни. Все, я теперь... О! Фу, принёс, что ли, сейчас не знаю, слушай, победи, ёпта. Три блокировочки, оп. Оп. Давай уже. Два. Почему они в доспехах, а я как бы нет? На тебе, ёпта, мать, дубина Стейроса. Где мой рюкзак? Я доставщик еды, что ли? Тренировки идут, конечно.
Ну бля, хамуха, ну это как-то... Тоже опять... Пухнул нахер. Пухнул нахер. Ты говоришь, слушай. Пухнул нахер. Да. Эти слишком попроще какие-то. Может быть, есть вот здесь хоть какая-то прокачка? И пресс-шифтинг и ранки-джампинг. Проще пробел просто зажать, и он так будет автоматически прыгать. Так, все, это воронили зачонка. А, сальто, моральто. О, прикольно. Да ты подожди. Ты как я в тему зимой минус 40 с горочки домой бегу. Оп. Опа. Сальто. Паркур точно здесь. Скай феррал. Алиферал. Ну что, ребят, смотрите. Вау, ой-ой-ой, это слишком было крутое. Садыки. Смотри, сейчас как. Что, обижаешься? Что творишь? Я не знаю, кого я бью, где наш и. На. Ноги тебе. Нормально, я всех спас надеюсь. А, тебя не надо было бить, я тебя нечаянно, получается, задел, что. Ну, бля, сорян, дружище. А я думал, у тебя это кровь, у тебя просто морда разукрашена. Да. Тренировка за тренировочкой. Тренировка за тренировочкой. Блин, ну жаль, здесь нет ничего. Тоже однотипная боевка. Плохо, что ее нельзя развить. Вот в чем проблема. Мне кажется, уже 2022 год уже как-то это совсем не актуально. Ну, может быть. Ну, она, кстати, не требовательная, что является тоже, опять же, огромным плюсом. Сейчас мы целый лагерь. А есть меч? О, вот эта тема уже другая. Сейчас посмотрим, может быть, и откроется что-то. Ну ты не ангел, но для меня. Ёб твою мать, да ёб. Я просто... Я просто... Дай... Твою мать, да подожди ты, подай кинжал мой. Охренел что ли кинжала, да? Ну, а почему такие? А, нужно зажать. Сорички. Вот они все, они за черепашки. Ах. Ты посмотри, черкаша топнули, ёб твою мать. Ну что, ребят, творите? Ты чё творишь-то? Чё мой нож забрал? Ты, кому? Короче. А ёб твою мать, пьяный мастер. Всё, убили пацана. Убили пацана. Да ёб, опять на эти же грабли наступил. На, самонаводящая пуля мне нравится. Я хотя сейчас зарежу на туре. Где еще? Ты не в того кинул. Братан. Так где, куда он упал? Все, и тебя больше нет. Не, ну я как бы не специально. Тут прям вообще во сне умер. А, ты тут серьезная схватка сейчас типа будет, да? Тихо, ты тихо. Ты творишь, я? Все, все равно зарежу. Все? А можно его тоже взять? О, прекрасно, у нас теперь два есть. Все, я всех спас, я супермен. Я прям лучший ролик. Ролик турнир. Открою сейчас свою кроличью бизнес. Тут недвижимости, норки продавать, ёпта. Кролики солдаты, серьезно говорите. Да я сам в шоке, как я поступил на службу к солдатам кроликам. Ой, каких только игр не придумать, если честно. Ну, блин, оно какие-то, ну... Не знаю.
Ну, чисто так, но мне просто бесит игры, которые по уровню нужны. Один уровень прошел дальше, один уровень прошел дальше. Прям как-то меня это... У меня нет, так скажем, просто сюжета, просто сплошная... О, крыса. Я что, сейчас зарежу? Да куда ты, дурак? Да. Супер, обосрись называется. А как прыгать так, чтобы типа не перелететь? Тут же... Да писец, сказал говно. Ля... Паркур царей. Кидар, ёпта мать. Тихо. А тут же, я же по сути допрыгну. Ой, еще мэда. Все. Блин, само движение. Она в целом, как атмосфера, она неплохая сделана. Но мне кажется, блин, ну здесь вот добавить бы хотя бы прокачку как-то. Помните, игра вот эта выходила-то? Скажите мне. Современная, я еще тоже не играл, где там еноты бегают, как там эти вещи одевают. Как же ее называют, скажите. Ой, ну, очень много обзоров было. Я надеюсь, что вы помните. Там выбираешь из всех этих что-то сделать. Они там из пистолета стреляют, там, короче, вся эта тема. Лаванда. Вроде как. Я не помню название именно. Ну такое, да, еще там озвучка, такая прикольная фея летал. Короче, если кто вспомнит, в комментарии обязательно напишите, пожалуйста, ребят. Что я реально забыл. Просто забыл. Серьезно, ты умер. Умер. А, тут по стене было. Не хочу дальше продолжать, не хочу дальше. Все-таки лучше деньги вернуть, все как есть, потому что, ну, это не мой формат, честно. Есть, конечно, люди разные, и как бы их всем на глаз и на любительство, но чисто не мой формат. В целом я геймплейчик посмотрел, но мне не хватило, не затянуло мне. Ну, не тянет, но бывает такое. Поэтому в целом, чисто лично мое мнение, атмосфера мне нравится, классное падение, прям сразу кто-то GTA-шка прям какая-то. Красивый паркур, прям система, конечно, вообще она сделана прям, ну, восхитительно. Мне прям нравится. А так, ну блин, ну, если бы какая-то, видите, вот эта хрень, не напрягает. Я не люблю такие компанейские. Ну, то есть здесь нет сюжета, нет ничего, просто тупо вот это. Система жопинская. А в целом в кооперативе поиграть, побиться, ну, можно поприкалываться. В целом. Ну, так у меня вроде как все. Надеюсь, что вы поняли, посмотрели геймплейчик и уже задумались, нужно вам это или нет. Ну, с вами был Хэви Хантер, ребятки. Всем спасибо, всем пока.